Привет всем, с вами Норд, и мы начинаем прохождение игры под названием Blind Fate Edo No Yami. Слепая судьба, тьма Эдо. Играть. Вы задаетесь вопросом, как так вышло? Я вижу по глазам, по тихой поступи заблудившихся в хламе ног. Я вижу по дрожащим рукам, запускающим трясущиеся пальцы в залу и почерневшие камни. За безопасностью стен вы забыли йокаев, злобных духов, по легенде разрушивших наш мир. Вы забыли охотников на демонов, войну, что те вели среди дремучих лесов, ледяных вершин и туманных побережек. Забыли тех, кто осмеливается идти в мрачный лабиринт пустующих городов и пересечь паутину дорог, рушащихся в тени вековых башен. Это история одного из таких дерзких воителей. Нет, это легенда о смертоноснейшем из них. Но я не поведаю вам ни о потере, лишившей его детства, ни о боли, что ему никогда не забыть, ни о жалости, что ему никогда не простить. Пролитые слезы, произнесенные клятвы принадлежат лишь ему. Не мне их вам открывать. Последовавшие тренировки известны все. Вы знаете, как действует Сёгунат. Солдаты куются и затачиваются подобно клинкам. Их слабости сокрушают, их волю закаляют. Вы все это знаете. Нет, сказитель здесь я. И мне выбирать, где начать повествование. И начнется оно в кромешной тьме. Так, в игре имеется русская озвучка. Да прям очень хорошо. Я давно уже от них отвык. Так, движение вперед. Так, вниз, вправо. Это мы обо что? Теперь прошли. Добро пожаловать в город призраков, как называет его ваш вид. Я ничего не вижу. Возможно, это из-за слепоты. Да неужели? Ты говорил, что загрузишь данные в мой мозг. Именно. Ты ошибся местом. Нисколько не похоже на город призраков. И что за чертовщина с дождем? Капли не движутся. Нет, не хочешь? Твоя система реконструирования может воспроизводить только статичные изображения. Сожалею. Более того, моим данным 535 лет. Для актуальной реконструкции необходимы свежие данные. И где мне их искать? Источник может находиться где-то тут. Где-то тут. Замечательно. Ты уверен, что твоя собака поблизости? Да. Пожалуйста, найди собаку. Пожалуйста, не умирай. Так, я перевел как тьма Эда, потому что Ями это в основном переводится как тьма с японского. Но здесь его зовут Ями. Что, возможно, неправильно я перевел. Эда на Уями. Ну ладно. Так, что у нас есть? Прыжок. Есть прыжок. Контр. Скачок какой-то. Shift. Блокировка. Ну, видимо, блок-то. Alt ничего. Прыжок пока что один. Ну, в таких играх по-любому будет двойной прыжок. Ну, двойной прыжок. Да. Недалеко мы ушли. Так, а здесь что у нас? Там что-то светится.
Здесь, конечно, может быть, будут какие-то тайные ходы, то есть надо что-то сломать, чтобы куда-то пройти, взять какой-нибудь коллекционный предмет. Я этого искать не буду, только если случайно. Так, что там внизу? А, смерть. Обесчещен. Обнаруживание уязвимостей и умелые их использование поможет вам нанести противнику существенный урон. Здесь противник. Не было противника. Что-то не так. Меня кто-то поджидает. Что-то. Твои сенсоры не выявили никаких угроз. Тишина слишком зловещая. А теперь помолчи. Не бормочи, пока я охочусь. Стой. Ближняя атака, дальняя атака, средний кумыш, левый shift парирования, зажмите для блока, левый control уклонение. Учтите, что некоторые атаки нельзя парировать или блокировать. Так, вот эти нельзя блокировать. Это у него так, он так наносит урон. Ромбик. Я думал, в этот момент надо нажимать атаку. Так, ладно. Половина хп нам уже сняли. Так, что-то заблокировал. А, еще дальняя атака есть. Что, обескуражен? Как тебе работа? Дополненной боевой системы. Отлично. Я их видел, несмотря на слепоту, и делал то, чего не мог раньше. Впечатляет. Судя по тону, ты не очень впечатлен. Ага. Просто это были Ками Сёгуната. Они не должны атаковать охотников на демонов, если только они не перестали распознавать меня в таком состоянии. Так, сюда можно зайти. Наверх не нажимается. Значит, пока что только вправо-влево. Пробел, пробел, S, топот. Пробел, левый контр-рывок в воздухе. Левая, левая, V, апперкот. А если просто вверх держать? Можно просто сначала W нажать, W, а потом просто три раза мышку. Так, хорошо, а вниз? Так, пробел, пробел. А, все, это понятно. С левой кнопки мыши не надо нажимать. Так, ладно. Ну, хорошо бьет. Очень хорошо бьет. Так, там какая-то. Понятно. Пока надо совсем подраться. А, вот так вот. Апперкот неплохой. Хорошо, можем дальше пройти. А, и вот так можно в связку все это внести. Хорошо. Сколько у вас? Разблокировался. Продолжите. Уровень сложности, если что, легкий стоит. А это босс, я думал, привет, друг. Это какой-то босс. Его подкинуть нельзя. Thank you.
Ты меня сейчас убьешь, у меня хп больше нет. Может, так и нужно умереть просто. Чего он не стреляет? Пытаюсь выстрелить. Или патроны закончились. Так, и что? Побежден. Собирайте данные с мертвых врагов. Собранные данные влияют на видимость врагов в целом. Я не был готов к драке. А вот сейчас у нас полное хп. Сейчас, наверное, готов. В общем, бить просто надо вот так и отскакивать вовремя. Это уже была ошибка. Слишком эпично это выглядело. Окажется, что умер. В голове какой-то шум. Жужжит и трещит. Это дополненная боевая система пытается перезагрузиться. К сожалению. Так, зря я пробел нажал. Дополненная боевая система уничтожена. Ты можешь ее починить? Да, если вновь. Вскрою твой череп. Вычисляю. Шанс твоего выживания 15%. То есть... Нет, не могу. Есть другие варианты? Я активирую твои сенсоры. Используй их для поиска журавля. Когда найдешь, возвращайся в Дозер. Я могу... решить проблему с твоей боевой системой. У людей это называется органами чувств. Ты теперь бионик. У тебя сенсоры. Я значительно улучшил твой слух. Прислушайся. Используйте сенсор звуков для поиска их источника. Правой кнопкой мыши зажмите для выбора сенсора. Сенсор звуков. Так. Я думаю, просто надо будет влево-вправо нажимать. Здесь надо еще мышку наводить. Так, хорошо, сенсор звуков. А, может быть... Да, все, можно просто нажать правую кнопку мыши и стрелочками. Ну, VISD. Так удобно. Аптечка. Зажмите для лечения. Так, аптечки где у нас сверху слева. Опыт у нас еще будет идти. Можно будет улучшать нас... Так, 3 из 3, походу, это. Да, все, полечились. За тепловой волной используйте сенсор тепла для поиска выхода. Сенсор тепла. За кровавым следом используйте сенсор запахов для поиска источника крови. Зажмите для выбора сенсора. Ее много. Обладатель должен быть неподалеку. Че она зеленая? Изучить. На демонов, наноаптечки. Явно один из нас. Конечности отрублены. Что-то проткнуло затылок. Должно быть ее рук дело. И она еще поблизости. Так, звуки.
прямо здесь. Карта мира. Так, в смысле карта мира? Что там было-то? Так, Дёдзо. Нам, видимо, туда. Город призраков 30%. Пока что 30%. Движение подтвердить. Ну, выйти уже нельзя. Эдо. Сидзуока, Аити, Нагано. Надо сюда идти. Это что-то типа телепорта получается. Ну, не телепорта, а какая-то крылатая, не знаю, машина. Типа Орланос перетащила. Так, на что? На звук. На тепло. Он так не бегает. Вообще ничего не делает. Починить, разблокировать запасную боевую систему. Окей. Добрись до входа в зал тренировок. Доступно новое испытание, отправляйте в зал тренировок. Так, теперь бегать хотя бы может. Зал тренировок. Так, а что там справа? Ничего. А, все. Так, ты робот, да? Тот, который с нами общался. А ладно, идем в зал тренировок. Слышал о подобном. Здесь сталкиваются духи и смертные. Время замирает, а смерть не существует. Не думал, что когда-нибудь попаду в такое место. Как ты его нашел? Это всего лишь полувиртуальная тренировочная база. Я ее перезапустил. Не знаю, что значит полувиртуальная, но это магия старого мира. Мы называем подобное бессмертным залом. Говорят, Ида, носитель текущего клинка, нашел подобный зал и тренировался там, чтобы стать величайшим охотником на демонов. Он неплохо справлялся. Почти побил мой рекорд. Ты тренировал Иду, грозу демонов? Повторяю. Он неплохо справлялся. Почти побил мой рекорд. Хочешь тоже попробовать? Это было бы честью. Так, испытание Тенгу. Обучение 1, обнаружение врагов с помощью сенсоров. Допустим. Изначально враги невидимы. Используйте свои сенсоры, чтобы их обнаружить. А, вот все, вижу, где у нас 5. У нас 5 патронов было. Поэтому мы тогда не стреляли. Так, ну здесь нет. Используй сенсоры для обнаружения. А, 2 обнаружены. Какой-то кровавый. Испытание пройдено. Да, это было непросто. Немножко вспотел. Чуть-чуть. Так, второе обучение. Уклонение и блок. Каждый контакт сделает врага временно видимым. Учтите, что враг станет невидимым, если контакт будет прерван. Уклонение и блок жизненно важны в бою. Во время уклонения вы неуязвимы. Блокирование атак предотвратит урон от них. Эти действия тратят вашу выносливость, так что следите за зеленой полоской. Так, хорошо, здесь есть выносливость. Некоторые атаки нельзя блокировать. Внимательно следите за нападающим. Движения могут выдать его атаку. Я так понимаю, вот эти беленькие можно.
А вот красный нельзя, все понятно. Так, блокируйте белые атаки, уклонитесь от красных. Левый shift для блока уклонения. А, можно просто на контр нажать. Уклонение сработало. Все, прошли. Здесь даже ответить нельзя было. Так, хорошо. Красное запомнили. Обучение уязвимости. По врагам надо попасть определенное количество раз, прежде чем вы увидите их уязвимые места. Что-то непонятное происходит. Так, ладно. Когда это произойдет, откроется окно удара в уязвимую точку, и у вас будет шанс нанести противнику существенный урон, используя подходящий сенсор. То есть на нем там идет зеленое, и зеленый выбираем. При ударе в уязвимую точку используйте левый мини-джойстик или мышь в сочетании с кнопкой ближнего боя, чтобы атаковать врага. Ну видно там. А, там, наверное, самому надо направлять. Ну, сейчас потренируемся. Убейте врага, нанеся хотя бы один удар в уязвимую точку. Так. Блин, почему-то всегда хочется вызвать эту неправую кнопку нажать. То есть это хочется на колесико поменять. Может, можно поменять? Было бы проще. Так, управление. Ушко. Вот, наверное, вот это на правую кнопку мыши. Так, а вот сенсор... А, ну сенсор все, переключились туда. Да, так, мне кажется, будет намного удобней. Потому что на правую... Короче, так будет удобней. Нажимать shift, а потом контр, это не очень удобно. Они два раза бьют, просто надо заучить, что они делают. Так, три раза мы бьем. Красный. Это же не сработает. А меня еще убили. Так, ладно. Провалено. Так, как бы нам блокировать? Блокировать тоже не очень удобно. То есть на shift блокировать, а потом резко на контр нажимать. Слишком близко. А на что поменять, я не знаю. А что было бы удобно. Ладно, пока попробуем так. Так, что мне надо было делать? Выбирать сенсор. Так, выбрали сенсор. Мышка. Вот так. Хорошо. Хорошо. Испытание пройдено. Так, ну если все будет действовать именно так, тогда, естественно, лучше надо на правую кнопку мыши вернуть. Колесико нажимать не будет удобно. Оглушение и добивание. Разные враги уязвимы к разным видам атак. Выбирайте правильные атаки, какие, чтобы оглушить противника. Подойдите к оглушенному врагу и нажмите кнопку взаимодействия, чтобы запустить добивание. Нажимайте правильные кнопки в правильные моменты, чтобы успешно применить добивание. Выстрелите в камни из ручной пушки, чтобы оглушить его. Подберитесь ближе к оглушенному врагу, чтобы добить его. Он сам подошел. Хорошо. Ладно, наверное, да. Все-таки это оставим на колесики. Испытание пройдено.
Так, пока что все, да? Так, медитация. Робота-медитация. Пожалуйста, найди собаку, пожалуйста. Не умирай. А, вот так вот. Хорошо. Что здесь не работает? Уклонение работает, но в воздухе не работает. Это что такое изучить? Крылья. Тенго, это твои крылья, да? Я вижу, где они должны присоединяться к плечам. Подтверждаю, они мои. Зачем ты их тут держишь? Наверное, здорово уметь летать. Нет, не здорово. Здорово уметь оставаться на месте. О чем ты? Неважно. Ну ладно. Ну ладно. Вот и поговорили. Так, вот это вроде как пес. Так, на этот момент нам надо просто опять куда-то телепортироваться. Карта мира. Мы потренировались. А обратно в город призраков. Возможно.